Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на ежегодной конференции дилеров «Штиль» компании «Прогресс» в этом природном комплексе Яхонты. Компания «Штиль» известна во всем мире, и Россия не исключение. Бензопилами «Штиль» и продукцией фирмы «Штиль» пользуются во всем мире, в том числе в России. И это, конечно же, безупречное качество продукции. Фирма «Штиль» – семейная фирма, вот, и очень дорожит своим качеством. Марка бензопил «Штиль» с 1971 года и по сегодняшний день самая продаваемая марка пил в мире. У «Штиля» широчайший ассортимент продукции. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас век современных технологий, компьютеров, да, и аккумуляторов, да, все пользуются телефонами, смартфонами и так далее, да, то есть прогресс шагнул достаточно серьезно. И «Штиль» в этом тоже не отстает и не уступает. Очень большая линейка аккумуляторной продукции разрабатывается «Штиль» и разрабатывается с нуля и делается на своих собственных заводах. Это не просто копирование чего-то, да, это продукт, который разрабатывается непосредственно «Штилем». Вот я вам немножко расскажу про аккумуляторную технику. Вот, уже на данный момент достаточно широкая линейка для любого пользователя. Будь то частный клиент, будь то профессионал. Да, и эта техника реально работает. Есть небольшой скептицизм, да, что бензотехника и аккумуляторная, их нельзя пока сравнивать. На самом деле аккумуляторная техника шагнула настолько вперед, что она уже может конкурировать и непосредственно с бензотехникой. Концепция аккумуляторной техники используется литий-ионные технологии, то есть новые, совершенно новые аккумуляторы, у которых нет памяти, которые не боятся заряда-разряда, да, как бы, вот, те технологии, которые используются сейчас практически во всех сферах, да, там, в телефонах, в смартфонах и так далее. Вот. И концепция такая, что каждая линейка «Штиля», вот, разрабатывается продуктовая группа, которая работает от одного аккумулятора, от одной зарядки. То есть пользователю не надо покупать к каждому агрегату дополнительный аккумулятор или зарядное устройство. Есть линейка «Компакт», да, есть линейка «Про». Вот, и все работает от одного аккумулятора. То есть если мы говорим о линейке «Компакт», вся линейка «Компакт», это 5 агрегатов на данный момент, да, каждый год агрегатов становится все больше, работает вот от такого аккумулятора, 36 вольт. То есть это пила, это ножницы, это воздуходувное устройство, это коса и, конечно же, газонокосилка. Даже газонокосилка, которая косит газон, работает от этого же аккумулятора. И также линейка Pro, это для более продвинутых пользователей и для профессионалов. Да. Есть уникальное абразивно-отрезное устройство, такого нет в мире ни у кого. Это инновация, это чистая разработка «Штиля». И надо добавить то, что все практически 80% всех компонентов «Штиль» изготавливает сам. То есть здесь инновационные двигатели. Компания «Штиль» – это мировой производитель экологичных двигателей в мире. Вот, сами разрабатывают двигатель, сами разрабатывают управляющее устройство. Да? И когда люди говорят, что когда аккумулятор, емкость аккумулятора падает, падает и мощность агрегата. У «Штиля» такого не происходит. У «Штиля», даже если аккумулятор разряжен практически полностью, мощность остается на том же уровне. Также мы видим ранцевые аккумуляторы, то есть это для профессиональной линейки. То есть если клиенту нужно работать долго, достаточно долго, вот, он может купить ранец и пользоваться ранцем и агрегатом длительное время. Вот. Очень многие люди спрашивают, насколько хватает по времени работы аккумулятора. На самом деле компания «Штиль» производит так. Мы берем любой бензоагрегат, заправляем в бак топливо. Агрегат работает примерно в среднем от 30 до 50 минут. Такая же концепция и в аккумуляторе. Если аккумулятор заряжен полностью, в зависимости от агрегата, работает также 30-40 минут. Гарантированный срок службы аккумулятора 7 лет. На самом деле проводились тесты, делалось 2000 полных зарядов аккумулятора, да, и аккумулятор продолжал дальше. Но просто компания «Штиль» посчитала, что дальше не имеет смысла, да, тестировать, потому что 2000 – это огромный срок. Особенно в частной линейке, да, если клиент пользуется редко агрегатом, представьте, на сколько лет ему хватит, да, одного и того же агрегата. Вот. И аккумулятор ему нужно купить только один раз, да, с агрегатом, потому что этот аккумулятор, как я сказал, подходит и к другим продуктам фирмы «Штиль».
Вот. Опять же, если человеку нужно работать долго, он может купить ранцевый аккумулятор и работать долго-долго. Многие спрашивают, можно ли работать в дождливую погоду, да? Степень защиты у продукции «Штиль» на высочайшем уровне, и они тестируются в разных условиях. И если проходит дождь, ничего страшного не случается, никаких проблем ни с аккумуляторами, ни с агрегатами не происходит. Еще раз повторюсь, это полностью разработка «Штиля». Ну, давайте возьмем любую, вот, например, агрегат компакт-класса, это воздуходувное устройство. Здесь есть аккумулятор, который вставляется 36 вольт, вот такой вот маленький. Мы вставляем воздуходувное устройство, вот, нажимаем, и это воздуходувное устройство работает. Мы видим, что оно работает, и работает ни в коем мере не хуже, чем бензиновые агрегаты. Но это, как я сказал, серия компакт для частных пользователей. Если мы хотим использовать в профессиональном применении, то есть линейка Pro. Мы сейчас покажу вам, есть воздуходувка вот такого класса, тоже уникальная разработка, запатентованная. Здесь стоит турбина, состоящая из трех частей, и это уже более мощная воздуходувка. Если мы хотим вообще суперпрофессионально, есть в этой линейке и суперпрофессиональная, вот такая, которая работает как от аккумулятора обычного, так и от ранцевого, который показан здесь. Это уже примерно как очень дорогая, профессиональная, она сдувает воздушный поток, да, как бы практически сдувает. Также есть, ну, как я уже сказал, линейка постоянно прогрессируется, постоянно разрабатываются новые агрегаты, да, как бы, и компания «Штиль» сделала свой выбор, вот, они будут и дальше развивать аккумуляторную технику, потому что по статистики, ну, то, что сейчас происходит, да, потихоньку аккумуляторная техника, скорее всего, вытеснит с рынка электрическую технику, потому что уже никто не захочет таскать с собой шнур, подключать к розетке, да, когда аккумуляторная техника такая же мощная, да, только более мобильная, то есть не нужно таскать с собой какие-то провода и так далее. Да. Ну, давайте я вам продемонстрирую. Вот возьмем мы сейчас вот это уникальное абразивное отрезное устройство, да, вот, как я уже сказал, аналогов в мире нету, вот, работает оно, это линейка Pro, чуть больше аккумулятор, также 36 вольт, вот, мы включаем, вот, и работаем, видите, да, то есть мы на самом деле работаем, вот, этими агрегатами заинтересовались даже такие службы, как МЧС. Мы отдавали им на тестирование, вот, и они пришли в полный восторг, потому что агрегат легкий, агрегат может работать в любом задымленном помещении, потому что кислорода им не нужно. Бензиновый агрегат, когда происходит какая-то чрезвычайная ситуация, он не может работать, потому что нехватка кислорода. Да? Аккумуляторные агрегаты могут работать даже на Луне, то есть они не боятся ничего. Вот. И также мы возьмем этот же аккумулятор, давайте я вам продемонстрирую. Просто берем аккумулятор, вставляем в любой другой агрегат, например, пилу. Это заглушка, чтобы не попадала грязь при длительном хранении. Вставляем аккумулятор, снимаем с ручного тормоза, и пила пилит. И пилит не хуже, чем бензиновая. Вот. Дальше я продемонстрирую вам, потому что у многих есть скептицизм. Смотрите, вот этот же аккумулятор я беру и подхожу к газонокосилке. Беру газонокосилку, вставляю аккумулятор в газонокосилку и начинаю ей работать. Газонокосилка работает. От этого же аккумулятора, так же как бензиновая, электрическая газонокосилка, скорость вращения ножа также составляет 2800 оборотов в минуту, как и у любой бензиновой и у электрической газонокосилки. Но зато не надо ни бензина, ни проводов. Да? И газонокосилка такая же мобильная, как и бензиновая. Это очень удобно. И не нужно покупать несколько аккумуляторов, достаточно купить один. Вот. И как я уже сказал, ассортимент продукции «Штиль» с каждым годом будет увеличиваться. «Штиль» видит будущее, достаточно хорошее будущее за аккумуляторной техникой. Спасибо.